что лучше? Сначала зарядить, а потом снимать. Перед выстрелом снимать. Слышь, давай тут запал, а? А какая разница? Пусть там заряжены уже. Так, да, сейчас будем работать по пробам, ебать. Ты видел, пацанов готовы? Ты бери навесиком, как раз-то вот туда в посадочку. А я, хочу, я думаю, что в посадке они как раз-то сидят. Только желательно, вот туда, вот. Провода, да, блядь. Да. Провода, да, я понял. А мы крышечку не будем с них, не надо снимать. Снимай. Не, крышечку надо снять. Да. Мы тоже, мы утеса. Конечно, мужики, мы все. Победим. Стоп пудово. Подержи, пожалуйста. Все будет окей. Вот пацаны с Енакиева тоже, да, Углегорск отстаивают. Геначка. Отходите. Туда постарайся, навесиком. Сейчас. Отойди, нет, ты вот туда выходи, вперед, да аж, не переживай. Ты же не забывай, у тебя провода еще. Да вот так и пойдет. Слушай, слушай. Что-то горит. Горит. Ты главное посадку, Юрец. Навесиком туда, да. Еще зайди дальше. А именно по посадочке навесиком. Отлично. Вот позавчера пытались прорваться доблестные фашистские войска, но у них не получилось ничего. Мы их остановили здесь. Ребят наши, конечно, полегли, жалко, но мы их остановили. Наш гранит этот танк захерачил. Захерачил. Будешь да? Твари, вы если приходите на нашу землю, блядь, мы, блядь, лично, вот я и все остальные пацаны, короче, будем стоять до последнего, блядь, пока вас, блядь, фашистов именно, блядь, не искореним, потому что фашист это пиздец. Извини, блядь, что ругаюсь. Потому что, сука, ну твари, одним словом. И кто будет сюда еще идти, блядь, будет все каждым, как он там, блядь. Валяются ребятки, которые, блядь, доблестная армия ихняя, блядь, забирать даже не хочет. Ты как, блядь, дрожить-то. Держи подарок. Кидай. Пойдет, бронебойно зажигает. Спасибо, брат. Брат, мы сейчас идем туда, нас не похуярь. Мы назад будем возвращаться. Пошли. Мы будем вот тут понадобиться, по правой стороне. Я держу вот эту дорогу. Да ты эту тоже держишь. На. Давай сигаретку. Давай, ты себе подкуришь. Только смотри, мы сейчас пойдем по над улицей, блядь. Пошли. Смотри, аккуратно. Отсюда нет, туда пойдем. Федя, будешь снимать. Или ты снимаешь? 500 метров. Она не летит. Смотри, предохранитель. Чисто натянул и стрельнул. Вот, был, натянул. Пошли.
Я иду. Давай. Выше подниму. Прикройте нам тыл, кто-то сядет здесь. Ума, ты слышал? Так что промежуток найди, где стрелять, зарядишь. Давай, я тебе крою. Тошку. Аллах Акбар, скажи. По верхним этажам, куда достаешь. Все? Конечно. Вынесли его, я так думаю. Они, видимо, кого-то выносили, а кого-то оставили. Это что, время боя было? Вот она. Слава Украине. Героям слава. Да, героям слава. Только скажите мне, господа укропы, за что вы воевали? За 23 года страна на вас ложила большой. И за что? За эту страну, которая не беспокоилась о своем населении, воевала.